Полиция Черногории разогнала в столице страны Подгорице антинатовский митинг. Участники выступали против вхождения республики в альянс и требовали отставки правительства. С наступлением темноты стражи порядка стали теснить демонстрантов, пытавшихся пройти к зданию парламента. Против митингующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Многих избивали и укладывали на землю. Не церемонясь ни с женщинами, ни с пожилыми людьми. Среди пострадавших оказался даже вице-спикер парламента. Российский МИД выразил сожаление по поводу событий в Подгорице, где ранее также был снесен палаточный лагерь оппозиции. Складывается впечатление, что установка на ускоренное продвижение Черногории в НАТО одновременно предполагает подавление альтернативных подходов, говорится в заявлении нашего внешнеполитического ведомства.